I'd just like to introduce our first speaker, who is Nerlin Rispanov, who is the president of the Eurasian Academy of Mining Sciences. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Хочу вас поздравить с успешным проведением этой форума. Сегодня, значит, от имени Академии горных наук Казахстана и Еврейской Академии горных наук позвольте представить вам нашу небольшую презентацию. Она называется «Евразия. Единая горно-геологическая система». Евразия – самый большой материк Земли в общей площади более 55 миллионов квадратных километров. Материковая часть Евразии расположена в северном полушарии, а ряд островов на юго-востоке находится в южном полушарии. Евразия бывает сеткой океана. Непрерывность массива суши, единая тектоническая структура материка, общность многих климатических проявлений, общность развития органического мира вызвали потребность в консолидированном представлении Европы и Азии в виде Евразии. В Евразии проживает порядка 5 миллиардов человек, то есть около 70% всего населения Земли. По прогнозу, значит, к 2050 году население мира составит более 9 миллиардов человек, из них Евразия будет достигать более 6 миллиардов человек. По ресурсам и запасам полезных ископаемых Евразия превосходит все остальные регионы мира. Рассматривая Евразийский континент как единую горно-геологическую систему, представляющую ранее единый материк, видится целесообразным рассматривать вопросы освоения месторождений ископаемых не по страновому принципу, а с точки зрения горно-геологических условий происхождения залегания рудных тел. Имеются сотни месторождений, находящихся на территории нескольких стран, представляющих собой единые платформы пояса. Одним из примеров является, например, находящаяся в Казахстане Илийская урано-угольная провинция. Илийская провинция, охватывающая в восточном Казахстане две крупные структуры Илийско-Балхарской впадины, разведаны и поставлены на баланс два уникальных урано-угольных месторождения Кольжат и Нижней Илийская. Илийский бассейн прослеживается на территории Китая, где располагается урано-угольное месторождение Мынчукур и Талды. Ресурсы угля оцениваются порядка более 24 миллиардов тонн, основная часть которых находится на территории Китайской Народной Республики. При этом, если на нашей стороне казахстанской к разработке этих месторождений не приступили, то на китайской стороне ведется добыча. А было бы целесообразно вести совместную добычу, что позволило бы более эффективно отрабатывать эти месторождения, оптимизировать финансовые затраты и его реализацию. Кроме таких общетерриториальных месторождений, на евразийском пространстве накопилось не 1 миллиард тонн техногенных минеральных образований, находящихся на поверхности Земли и покрывающие или отчуждающие значительные территории. Это породные отвалы страшных пород, хвосты флотации обогрения фабрик, золо-шлама-накопители, шлама металлургического производства. Сегодня все они представляют большую экологическую проблему для всех стран континента. Ветром и водами не разносятся по территориям, не признавая никаких страновых границ. Люди разных стран мира порой думают, что если они построят трубы повыше, то и техногенные выбросы, те же золы, уносы, стерлись англит и другие улетели и уплыли далеко от всей территории. Но надо понимать, что и в других странах есть трубы, и реки текут как подземные, так и надземные. Поэтому и проблему техногенных минеральных образований надо решать вместе на всем нашем континенте. Эти техногенные образования начали формироваться еще в начале прошлого века, когда изучение металла из руды было на довольно низком уровне, а руды были с богатым содержанием. Кроме этого, поскольку извлекается только основной полезный компонент, в ТМО присутствует существенное количество попутных полезных компонентов. При этом, если в исходной руде их содержание было относительно невысокое, как показывают результаты ГРР, то после обогащения металлургии они имеют сконцентрированный характер, имеют несущественные концентрации.
Так есть примеры, когда при сжигании угля концентрация, например, золота увеличивается от 0,01 до 0,1%, то есть более 10 раз. Рассмотрим на примере угля практический интерес к комплексному использованию техногенных минеральных образований. В настоящее время в разных странах имеется целый ряд технологических решений, позволяющих эффективно утилизировать золошлаковые отходы с целью извлечения из них полезных компонентов. Например, с помощью вычелача можно извлекать золото, литий, ванадий, вольфрам, ну, ряд других элементов, в том числе редкоземельных. Так из золотошлаковых отходов ряда редкоземельных буровых углей извлекается до 67% титана, до 70% бериллия, ну и ряд других элементов, там процентов не буду перечислять. Полиметаллы также могут извлекать из золы только в комплексе с редкими металлами, иначе извлечение неэффективно. Себестоимость извлечения редких металлов из золы гораздо ниже, чем получение этих металлов традиционным способом, то есть добыча, переработка, флотаж и так далее. Зола богата оксидами алюминия, ее можно смотреть как потенциальный заменитель оксидов. Впервые алюминий научились извлекать из отходов горения угля 50-х годов Польской Народной Республики. Первый завод Польши был открыт в 1953 году, он производил порядка 10 тысяч тонн алюминия и 100 тысяч тонн цемента и золошлака материалов. Второй был построен в 70-м году и выдавал уже того и другого в несколько раз больше. Сегодня этот способ получения алюминия из золы активно используют в Китае. Свои технологии китайцы начали разрабатывать в начале 2000-х годов. В 2012 году был заключен масштабный проект крупнейшей электростанции мира. По исходным данным, на производство завод должен ежегодно производить порядка 240 миллионов тонн оксида алюминия и 200 миллионов тонн силикат кальция. В третьей фазе проекта эти цифры планируют увеличить вдвое. Все это больше большим запасом покупает внутреннее потребление Китая в этом металле. При переработке золошлаковых отходов на двух ТЭЦ в Китае получены продукты, позволяющие сократить объемы добычи рудного и строительного сырья. Качественные показатели полученных продуктов следующие. Отходы по первой ТЭЦ. Железосодержащая концентрация с содержанием 64,5% при лечении 97%. Алюминий-силикатная концентрация с содержанием трехокиси алюминия 60,79% при лечении 80%. Процентов. Угольный концентрат золотистый 23,96. По второй ТЭЦ железосодержащая концентрация содержания 63% с увеличением 80%, алюминий-силикатный концентрат содержания трехокиси алюминия 58% и угольный концентрат золотистый 29%. Содержание ряда цветных металлов в угле Кузбасса приведен на этом слайде. Я не буду, наверное, перечислять, потому что все хорошо это видно. Таким образом, ТМО является крупнейшей сырьевой базой в ордометаллургической промышленности стран Евразийского континента. К извлечению и производству полезных ископаемых могут быть применены одни технологии. Это дает решение целого комплекса проблемных вопросов. Существенно расширение минеральной сырьевой базы действующих предприятий. Повышение рентабельности горнодобывающих предприятий. И особенно важно, сегодня очень все говорим, что у нас зеленая экономика – это решение экологических проблем, которые с каждым годом не уменьшаются, а наоборот увеличиваются, хотя предприятия вкладывают значительные средства на природоохранные мероприятия и получение новых товарных продуктов. Наряду с переработкой ТМО надо принимать меры к течению образования новых ТМО после переработки этих ТМО. Основным способом этого недопущения образования ТМО является максимальный переход на технологию подземного скважинного выщелачивания. Данный метод, как вы знаете, предполагает выщелачивание полезных компонентов месторождения на месте залегания с помощью растворов и не дает при этом значительных экологических проблем, то есть все остается под землей. Основным способом этого недопущения образования является видится максимальный переход на технологию производства полезных ископаемых. Данный метод, как вы видите, как вы знаете, предполагает выщелачивание компонентов метанина на месте залегания с помощью раствора. Технология ПСВ является самой экономичной и самой экологической технологией. Например, в руднике ПСВ урана в Казахстане имеет содержание урана в руде 0,02%, легко конкурирует с богатыми шахтами зарубежных стран с содержанием урана более 20%.
То есть урановое месторождение Казахстана во много раз беднее, но при этом очень эффективнее. К сожалению, данный способ в мире еще не приобрел широкое применение. Работая над внедрением технологий ПСВ, не надо рассматривать только естественные руды и залежи с хорошим коэффициентом фильтрации. Надо работать и над подземным дроблением воды и подземным окисленным сульфидных вод. Такие работы активно велись в середине прошлого столетия, но, к сожалению, с определенного времени по разным причинам, объективно и субъективно, были прекращены. Мы считаем, что необходимо возобновить данную работу, провести комплекс исследований, чтобы что-то получить. Как вы знаете, в рамках проведения Экспо, Всемирный горный конгресс, значит, в рамках его был создан Евразийская академия горных наук в составе нескольких стран. Это Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина наблюдатели. Был создан Академия горных наук, которая призвана, значит, собрать всех ученых, передовые наработки и, значит, внедрять, распространять, потому что если этого не сделать, то ничего не будет. Поэтому Евразийская академия горных наук, созданная при участии ряда стран, ставит перед собой одну из основных задач – решение данных вопросов на всем евразийском пространстве. Благодарю за внимание. Thank you very much, Nolan, and finished well within the allotted time, so thank you for that. I'd like to introduce our next speaker, who is Janat Karabayev, who's the General Director of CASGEO Info. Thank you. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представить вам доклад о современной практике по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации в сети CASGEO Info. ТО РЦГИ «Казгинформ» создано путем слияния ГУ РЦГИ «Казгинформ» и РГП ПХВ и АЦ постановление правительства 25 июня 2018 года. Приказом министра ТО РЦГИ «Казгинформ» определен национальным оператором по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации. Для выполнения задач по основным направлениям, определенным статусом национального оператора, необходимо обеспечить систематизированный сбор и учет фондовое и серверное хранение геологической информации, оцифровку, интерпретацию, векторизацию и моделирование данных, также автоматизацию предоставления геологической информации. В настоящее время в геологических фондах хранится 138 тысяч единиц геологических отчетов, из них 56 тысяч отчетов в республиканских геологических фондах. Ежегодно на постоянное хранение поступает в среднем 300 отчетов. Вместе с тем проводится поэтапное рассекречивание геологических отчетов. За период с 2012 года по настоящее время пересмотрены грифы секретности 18 тысяч отчетов, из них рассекречено 12 тысяч отчетов. Наполняется информационная система изученности, которая интегрирована с электронной картотекой геологических отчетов. На сегодняшний день оцифровано 55 тысяч контуров изученности. Переведены в электронный формат республиканские фонды, начата работа в территориях. В соответствии со статьей 7 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании, государство обеспечивает открытый доступ к геологической информации, находящейся в государственной собственности. Юридическое или физическое лицо вправе ознакомиться с общей частью интересуемого геологического отчета в республиканском или соответствующем территориальном геологическом фонде с правом производить выписку. Допуск в читальный зал осуществляется на основании предписания. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ТО ЦК «Казгинфо». С общим перечнем геологических отчетов можно ознакомиться в электронной картотеке по адресу e.geology.kz. Для приобретения копии геологической информации, находящейся в собственности государства, необходимо подать заявку в ТО ЦК «Казгинфо» по форме согласно приложению 4 приказу министра от 24 мая 2018 года, номер 380. Копии геологической информации предоставляются в течение 5 рабочих дней после подписания договора и оплаты услуги копирования. Здесь представлены перспективы развития ЦГИ по сбору и хранению геологической информации, а именно автоматизация сбора и обеспечения сохранности геологической информации, автоматизация поиска и каталогизация геологической информации электронного архива, штрих-кодирование геологической информации в целях учета, контроля и мониторинга использования, обеспечение резервного хранения геологической информации и преобразование в различные форматы.
Также в перспективе строительства океанохранилища автоматизированный читальный зал. В данном слайде показаны услуги по обработке и предоставлению геологической информации, аналитическое сопровождение, информационная поддержка в сфере недропользования, преобразование картографических материалов, консалтинговые услуги в сфере недропользования, составление ПСД различных геологических справочников, атласов, подготовка геологической информации, проверка на конфиденциальность, рассекречивание отчета и другие. Предоставление геологической информации онлайн. Вопрос в ходе проработки. В будущем мы планируем реализовать это. Лабораторные исследования. Вопрос тоже в стадии проработки. На следующем слайде представлена интерактивная карта Комитета геологии и недропользования, которая позволяет пользователям производить выбор отображаемой на карте информации, поиск информации на карте. Интерактивная карта разработана в 2014 году в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между РГУ, РЦГ «Казгеинформ» и ТО «Казцинк». Проект «Интерактивная карта» — это программно-аппаратный комплекс, построенный с использованием GIS-технологий для публикации в сети интернет, интернет-ресурсов Комитета геологии для анализа и решения задач рабочих процессов. Чтобы войти на интерактивную карту Комитета геологии, нужно перейти по ссылке gis.geology.gov.kz. На ней размещена информация обо всех участках по твердым полезным ископаемым, общераспространенным полезным ископаемым, углеводородным сырью, подземным водам, а также государственному геологическому изучению недр, полигонов, зоны падения ракет и особо охраняемым природным территориям. Также с вступлением в силу нового кодекса о недрах недропользования, там размещены территории, включенные в программу управления государственным фондом недр. Для детального пользования интерактивной карты имеются инструменты, различные список слоев. У каждого рабочего слоя свое условное обозначение. При нажатии на любой объект, расположенный на данной карте, отображаются метаданные, которые включают в себя номер контакта, вид деятельности, вид полезного ископаемого, данные о недропользователе, а также его реквизиты. Для того, чтобы отобразить объект, имеется инструмент создать картограмму и выбрать условия нарисовать. Это позволяет создать полигонально-линейные объекты с отображением десятичных географических координат вершин фигуры и даст расчет площади в заданных условиях. Здесь также можно посмотреть расположение данного объекта на интерактивной карте, его свободность. Также есть способ отображения объекта, это формирование картограммы с помощью ручного ввода географических координат. Для визуализации отображения объекта на поверхности также имеется возможность использования подложки, открытых карт, космических снимков и геологических карт, которые позволяют увидеть более точную ситуацию размещения данного объекта. На данном слайде представлены перспективы развития интерактивной карты. Это отображение контуров геологической изученности Республики Казахстан, предоставление права недропользования в упрощенном порядке в режиме онлайн, сдача отчетности недропользователям посредством портального решения интерактивной карты, предоставление геологической информации с возможностью ее оплаты в режиме онлайн, публикация изданных геологических карт различного масштаба. Как я говорил ранее, в республиканских и территориальных геологических фондах находится 138 тысяч отчетов. В режиме онлайн через электронную картотеку обеспечен доступ к метаданным, инвентарный номер, автор, наименование отчета, год, краткое описание отчета. На данном слайде отображены метаданные к отчету. И напоследок хотелось бы добавить, вчера в выступлениях наших коллег эта информация была уже озвучена. В рамках реализации пункта 55 плана мероприятий по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» принимаем участие в создании информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов» НБД. НБД обеспечит внедрение принципа единого окна для инвесторов и действующих недропользователей путем упрощения доступа к процессам недропользования. Система предоставит доступ к геологической информации, обеспечит
хранение и систематизацию государственных геологических данных в единой базе. Основным эффектом будет являться рост инвестиций в отрасль путем обеспечения прозрачности процессов нового кодекса о недропользовании и предоставления общедоступной геологической информации в единой базе всем заинтересованным лицам и в соответствии с лучшими мировыми практиками. Спасибо за внимание. Thank you very much. I think there's a problem with the translation. Arthur's just having a look at that. In the meantime, I'd just like to introduce our next speaker, who is Onur Karakaya, who is Mineral Exploration and Production Director from Yilmaz Holding. Hello. Hello, everyone. I will talk about our experience in Kazakhstan in terms of dealing with the government company and exploring in this geography. But before coming to our Kazakh experience, I want to give you background information about our company. Yilmaz Holding is a subsidiary of Yıldırım Holding, which is active in 11 sectors, including port management, fertilizer, and chemical globally. Yilmaz is a metals and mining branch of Yıldırım Holding, and under Yilmaz Holding we have three ferrochrome plants in Turkey, Sweden and Russia, which are feeding by our chromite mining operations in Turkey and Kazakhstan. Additionally, we have a ferrochrome and ferromolybdenum plant in the United States and a huge coal project in Colombia. And if we go details of the geographies what we are operating and doing exploration, as I explained in the previous slide, we are chrome-focused ferrochrome company, and our mining and exploration operations are located in Turkey and Kazakhstan. In the bar graph above, you can clearly see the increasing in our exploration budget aligned with global exploration budget trend. We extend our exploration program in 2017 and develop a diversification strategy because we realize Yilmaz sustainability is not depends on only exploring the chromite but also diversification of hatching other commodities. You can follow the change in 2018 drilling distribution by commodity pie graph. I can safely say we probably go in vanadium and other commodities strategically important for us in 2019. You may ask two questions about our strategy. Why we are doing exploration instead of focusing on acquisition as a private company? And secondly, why we are in Kazakhstan? I want to answer the first question. We talk about some realities and trends in mining sectors. First of all, most of us will agree in this statement, geological exploration is fundamental to discover a mineral deposit. Although exploration is a must to replenish the reserves, the probability success for individual early stage exploration project is very low. Therefore, an exploration strategy, especially in faraway geographies, must be developed with care. As I showed you in the previous slide, an increasing in global exploration spent in 2017 after a four-year decline. But for a short answer for the question is we still believe in boots and hammer in this digital world. I guess Kazakh Invest has much better answers for the second question, but I will summarize our perspective in this, to invest in Kazakhstan. In terms of mining, the sector is very important for the country, and as you can see in EBRD's data, the country has a big potential with world-class deposits.
which are operating by leading international companies. Besides this, as I explained, chromite is our core business, and we need to go places where the chromite deposits are, such as Kazakhstan, Zimbabwe, Turkey, etc. As an investor perspective, Kazakhstan is one of the most important countries in Central Asia. Besides, Kazakhstan is the hub for Central Asia, with link to One Belt, One Road policy. The country has potential to reshape the global trade. What I mean about reshaping the global trade, I want to show you these two graphs, which you can see top 10 exporters and importers globally in mining and fuel. As you recognize, the biggest importers and exporters are sitting in Kazakhstan's next door. In summary, if we compare Kazakhstan with developed countries and Turkey, you can clearly see Kazakhstan has advantages in many subjects in our perspective. You can see labor cost, professional talent, energy pricing. Kazakhstan has advantages, and we will talk about cons and pros in this slide. Yeah. So, what are the pros and cons of doing exploration in Kazakhstan? As everybody in this room aware, the biggest advantages of doing exploration in Kazakhstan is its undiscovered potential. There are several world-class deposits in the country, and it has a potential to find another one due to geological location, as explained in the first presenter in this session. And this potential is not for only one commodity, but in several commodities. One of the most important advantages of doing exploration in Kazakhstan is the quality and quantity of historical data. Of course, language and hard copy data could be a challenge for non-Russian speaking companies, but as explained in the previous presentation, Kazakhstan is doing a lot of effort to handle this situation. Other advantages are settled mining culture and safety standards. But on the other hand, understanding regulations and operating culture is challenging except local operators. And of course, comparing with developed countries, exploration costs are very low. Besides these pros, one of the most important cons in our perspective is lack of detailed exploration for chromite. It is well understood the current situation in chromite commodity, which is domain only few companies. It's our duty to use advanced exploration techniques to get fast results as we can, and we believe it's achieved. Kazakhstan is one of the biggest countries in the world, so geographic distance creates logistic challenges, not only for exploration stage project, but also in mining operations. But last 5 years, we have seen and experienced the improvement in the infrastructure of the country. The last thing I want to talk, I want to mention in the comments is uncertainty in the commodity relationships and social responsibility. But I should mention with this call, it is not one-sided, because companies should also put this issue in their priority list top, like in developed countries like in Australia or Canada. So we have seen many gaps while researching other commodities around the country. So what are our strengths while doing exploration in Kazakhstan? We have strong commitments to talent management from CEO to down. So last 5 years, what we have done in our Kazakh operation, which has a great turnaround story,
is trusting local people and invest their talent. With this approach, we believe we have one of the strongest teams in this region. Besides this, over-communicating the company values, what we stand for. Therefore, we are proud to be a transparent company. Vertical integration of the parent company provides complementary assets for us. Staying focused to deliver the message that we are performance-driven entrepreneurial company with a can-do attitude. To maintain high standards of government relationships, we keep our promises, stewardship of health and safety and CSR. Last of all, I want to share the potential. I want to share the potential that we are sitting on while projecting our footprints in Turkey and Kazakhstan. We bond very strong relationship with Kazgeology, and we believe this partnership will produce very profitable mining assets, not only for both parties, but also for the country and Kazakh people. Thank you very much. Thank you, Anna. I'd like to introduce the speaker everyone's been waiting for, Ashley Brown from Kazakh Minerals, is going to give a talk on review of resource estimation in mining. Good morning, ladies and gentlemen. It's very difficult to give an overview of resource estimation in 15 minutes, so basically I have to fly through the slides, but bear with me, and you can read a lot of this at your leisure later on. Okay, why do we need resource estimation? The bottom line is to minimize risk in a capital-intensive industry. And we have to allow for strategic decision-making at key stages in the mining life cycle. The other thing is to allow mine planning to function effectively. If you don't have a good plan, you just have to go back to the beginning again, basically. So the other thing is the need to protect the public. I don't have to remind you about BRIEX in 1997. And so this is why NI 43101 was enacted. So who does this? It used to be mining engineers, but mining engineers are not really artists. They started resenting having to do the geology. And surveyors were doing it as well, but eventually they brought in geologists to do the job since the 1940s. And now it's taken on a whole new dimension as of NI 43101, it's QPs and or competent persons as of 2001. So every deposit is different. You're trying to interpret nature. You have to take account of geology and mineralogy. There's so many risks actually you need to look at. But geostatistics is a tool to estimate. The position of the sample is just as important as the sample, as the grade basically itself. And you have to validate your resource model once you've done it. You've got to think of legal, economic, environmental and social issues. And you have to take into account the mining stage. You've got to look at the size of your shovels, the SMU size. Once you remember all this, it tends to be a straightforward process. So there's a flow. Database, the data, you've got to look at the geology, the geochemistry, the metallurgy. If you can't get the stuff out of the rock, it's no good. The geochemistry, maybe the geochemistry is a trap that that constrains the mineralization style. And the geotech, if you can't mine it, you can't get it out of the ground. So all of this comes together, you make your block model, and then generally the mining engineer does the last thing, he makes the reserve model, but sometimes the geologist does that.
So resource estimation is a house of cards. At the bottom, you have sampling. And the most wretched people, sorry to say it, but they're the most poorly paid people. They're doing the sampling. And everything depends on their work. And sometimes the QP doesn't even see the sampling. It's happened before he even gets to the data. Then we go to the assay. The assay must be correct. And then we've got to go through all the geological interpretation. Now the buzzword is implicit modeling. Explicit modeling is making handmade sections. That day is basically gone in most places. And then we go to the data manipulation, which is compositing, top cutting. It comes to the geostatistics. The geostatistics is the rarest, a rare skill, and you've got to get that right. So you can be the QP sitting on top of your high mountain, but if you get any of this wrong, you're the coyote falling down the to the bottom of the canyon where. So there's a geostatistical workflow. Most people know the standard geostatistical workflow. I'm not going to go through that. You can look through it at your leisure. But I'm going to show you the early stage exploration, that offshoot to the side, histogram modeling. You can actually check an early stage exploration project by knowing the varigram and the point transform function, bit of a big word there, but once you have that, you can work out a grade tonnage curve and you can make strategic decisions at an early exploration stage. Very important. So that those are all the stages you go through. Here is a standard due diligence template. Now, the things you've got to get right are at the top there, the middle. You've got to focus on your QAQC. If you get your QAQC wrong, you're in big trouble. You have to re-drill again or re-assay again, and that can be very expensive, as you well know. At the bottom, you've got your geostatistical skills are called upon. You can redo an estimate if the previous person didn't have the geostatistical skills. I'll let you read that at your leisure some other time, but there's medium risk, high risk, low risk. If you feel that you've done a high level review of a resource estimate, and actually this comes from SRK in Toronto. I used to work for SRK once. So, again, I talk about QAQC, duplicates, blanks, SRMs. One, each thing looks for a different aspect. The duplicates, precision, blanks for the sample prep, carryover, and SRMs check for the accuracy. And you've got to send off to umpire laboratories. And there are rates. 1 in 25 is typical for most of these. And about 5% to an umpire laboratory. So, and let's go on again. Oop. I think that I've gone on twice. Okay. The position of your samples is just as important. Again, it's spatial. It's geostatistics, spatial statistics. And you've got to make, how are you going to handle your non-sampled areas? How are you going to handle, you can make big mistakes. I've seen people project grade into barren areas, and it left a lot of red faces, and these were professional organizations. So there are pitfalls. You've got to be very careful here. QPs make mistakes, too. That's why the peer review is so important. So the first stage, we've only got to the start of it, really. EDA, Exploratory Database Analysis. You've got to get used to your data. Every data set can be quite different. And there are standard checks and balances that you've got to go through the whole thing. I'm not going to go through this. I don't have the time in 15 minutes. But you can read it at your leisure. And
again, you've got to do base stats, length weighted, it must be length weighted. Naive is a naive mean is when you don't take into account the amount of data, you've got to decluster your data. Declustering is putting down a grid and taking a mean estimate within each grid. So you might have five boreholes in one particular area. They would have the same weighting as one borehole in another area, depending on the position. Let's go on. Here's another thing that most people don't look for. Is the mineralization style mosaic, where in that case you'd have to use an indicator method, or you'd have to try and separate the geology. High grades next to low grades, that's what you've got to watch out for. And you do, that graph in the center is an indicator graph. You're taking an indicator and you're looking at the range of the variogram right throughout, and it must be, well, it's decaying, but it's regularly decaying. And that should be a diffusive type model, where in the bottom, it's gradually going from high grade to low grade. That's what you expect. Then you can use kriging, but you might still have to use subdomains. You can be up by 45% if you don't do that test. Be warned. Then you've got to look at your search neighborhood, very important. Your search neighborhood gives you your grade tonnage curve. And if you don't get your grade tonnage curve right, your reconciliations will be wrong. So the histogram modeling process, basically there's a check in some good softwares like Isatis. It's called DGCOS, Discrete Gaussian Change of Support. That gives you the theoretical grade tonnage curve. So you know what your grade tonnage curve must look like. So you reverse engineer your neighborhood till you get your theoretical grade tonnage curve. Then you know your reconciliations should be pretty good. There's lots of deposits where you've got too much tons or too little grade. One or both are out. That's because they didn't do this check. There's modern methods of estimation is kriging, but simulation is not estimation. It goes beyond estimation. So if you look, the first one on the left is kriging. The estimate's quite smooth. The LUC, localized uniform conditioning, that is nonlinear estimation. There's more variability in the model. But look at the one, the simulation. It is intuitively a better estimate. It's showing up the geology. So simulation is what we should be doing. It gives a much better estimation. It's simulation. It's beyond estimation. And it gives, LUC and simulation gives you recoverable reserves. That's what you should be getting when it comes to the mill. So you've got to check your resource estimation. These are some standard checks that you do. If you don't check your resource estimation afterwards, you're not doing your proper due diligence. Your resource classification should be contiguous, measured, indicated, and inferred. And you've got to look at a whole bunch of things when you do your resource classification, especially your QAQC and your geology. But you've also got to take into account things like geotech, politics, legalities. And what standard? You've got to get a good measure of uncertainty, plus or minus 15% of the mean for quarterly production volumes is considered measured. Indicated, plus or minus 15% for a yearly estimate is considered indicated. Inferred, plus or minus 25% for a life of mine. And these are all at a 90% confidence limit. So it's not, you've got to think of volumes as well as the uncertainty estimate. And then your tabulation must be correct. You've got to separate it out on mineral types. Is there a process on your mine
for each mineral, each material type, and make sure you're indicated it's on a separate line. Do not include it in your measured and, sorry, make sure your inferred is on a separate line. It must not be part of measured and indicated. That's a capital offense. Is that it, I think? Resource reconciliations. The job isn't finished till the paperwork is done. I put in these stupid cartoons to keep you all awake, because most of you are very serious, but there are three types of reconciliation. Short-term model versus long-term model. So your short-term model would be your grade control model. Long-term model would be your resource model. Mill versus short-term, mill versus long-term. And mine planning needs to be made aware of results. There must be communication. And the presence of stockpiles make everything much more complicated. Some of the mines I work on, they have 16 stockpiles. And you've got to be aware of what's going in between. A lot of people put the errors into the stockpile. And eventually, when they mine out the stockpile, then everything becomes apparent. It's like sweeping the dust under the carpet. And it happens in many, many places. It's much easier if there's no stockpile. So that's basically the reconciliation. The proof of the pudding is in the eating. So if you're plus or minus 5%, it's a really good reconciliation. If it's out by more than 10%, you've got to go back to the drawing board with your estimation and tweak it. And that's it. Thank you very much. Thank you, Ashley. I'd like to introduce our next speaker. In a slight change to the published program, we've got Arkady Rogalsky, who's a board member of the Kyrgyz Mining Association. Добрый день. Хочу всех приветствовать, выразить большое удовольствие, что я могу еще один раз выступить на Майнексе. Это уже наше третье выступление. В настоящий момент горнодобывающая промышленность Кыргызстана составляет примерно 9% от валового продукта Киргизии. Но при этом на нее приходится до 30%, 33% объема внешних инвестиций. Кроме того, горнодобывающая промышленность Киргизии дает до 50% общего объема промышленности. В настоящий момент отрасль уже достигла своего пика развития, и в ближайшие годы мы ожидаем резкого падения доли отрасли в ВВП. Это связано в первую очередь с выводом из эксплуатации крупных объектов, таких как Кунтор, таких как Кадамжай и других объектов. В связи с этим в настоящий момент главный вопрос стоит в том, что нам нужно находить новые источники инвестиций. Глобальных запасов мы имеем достаточное количество ресурсов, которые позволяют в дальнейшем развивать экономику страны. Но, конечно, эти запасы по сравнению с российскими и казахскими, конечно, являются небольшими. На данном слайде можно увидеть, что у нас в среднем компании инвестируют до 1 600 000 000 долларов в разведку, из них в разведку 71 миллион. А в то время как государство инвестирует всего 500 тысяч долларов в год. То есть в целом можно признать, что государство самоустранилось от решения каких-либо вопросов в горнодобывающей отрасли. Это выразилось прежде всего тем, что за последние 25 лет в Киргизии совершено только одно открытие частной компании, это месторождение Шамбесай, в то время как государством, по сути, никаких работ не проводится. Для исправления текущей ситуации Кыргызской горной ассоциации предлагается разработать горный кодекс. Потому что в настоящий момент в Киргизии за практически все законодательство ратифицировано, существует различных 18 кодексов, из которых 9 только так или иначе затрагивают экологические аспекты. В то же время законодательство в сфере недропользования, оно имеет порядка 35 различных законов, которые так или иначе друг с другом или противоречат, или как минимум просто не коррелируются.
Это все должно быть отражено в виде такого горного кодекса. Мы изучаем положительный опыт Грузии, Казахстана посредством трансляции. И главным образом мы, конечно, руководствуемся опытом Чили, который показал, что именно кодификация недропользования позволяет значительно увеличить привлечение инвестиций в страну. В настоящий момент существует 8 основных проблем реализации горного кодекса в Кыргызстане. Первая проблема – это государственный баланс запасов полезных ископаемых. Данный вопрос уже в настоящем момент решен, потому что стандарт России, о котором мы говорили год назад, должен на полях MINEX, в настоящем момент решение уже принято, он внедряется, мы планируем в сентябре стать либо 14-й, либо 15-й страной, которая утвердит шаблон риска на территории страны. Далее, упрощение регуляционных процедур это в виде создания одного документа вместо 35 различного содержания. Порядок предоставления прав недропользования будет лицензироваться по праву первого подхода заявки, как сейчас, и аукцион кодекса. Будет только два типа лицензирования, а не как сейчас у нас до 6. Содействие биржевым механизмам по привлечению инвестиций. В настоящий момент рынок вторичного права пользования – это, по сути, просто продажа лицензии, которая не ведет так иначе к росту стоимости актива. Мы в настоящий момент в Киргизии действуют 4 различные биржи, в этом году появится еще 5-я. Вот, это в том числе инвестиции в сфере всяких биткоинов, всяких инвестиционных способов привлечения инвестиций, которые мы, конечно, должны тоже поддерживать. Далее, проведение политики в области добычи полезных ископаемых нами поддерживается такая система, как отмена штрафа за открытие. Это очень сложный вопрос, потому что, как всегда, любое налоговое изменение, тем более его снижение, требует проработки очень многими госорганами. Следующий вопрос – Государственный банк цифровой геологической информации. В настоящий момент мы уже создали единый геологический фонд информации, в который внесли данные из центрального аппарата. В настоящий момент мы должны внести туда базу данных из прочих государственных структур, из экспедиции, из госкомпании. Далее вопрос ликвидации рекультивации. Компании уже столкнулись с проблемами. В связи с тем мы прорабатываем вопрос, как передать функции культивации местным органам. Это главным образом касается за надзором, за действием культивации, чтобы местные органы и власти сами несли ответственность за это вид деятельности. И малогородное предпринимательство, которое является темой текущей презентации. Предпосылки внедрения малогородного предпринимательства в Киргизии. В мировой экономике подсчитано, что примерно 30% от общих объемов добычи дает именно малая добыча. Мировой сектор всего насчитывает около 13 миллионов кустарных добытчиков. Существует даже такой термин «artisanal and small scale mining», то есть кустарный и масштабная добыча полезных ископаемых. В Киргизии мы уже пытались это дело каким-то образом легализовать. В частности, была разработана технология, положение об индивидуальных старателях, которые у нас называются алтынбеками. Было положение, сейчас в настоящий момент они имеют право добывать золото, но только шлиховое. Но, конечно же, их очень сложно контролировать, и добывают они в том числе и коренное золото. То есть, если их количество оценивается нами до 3500 человек, но официально зарегистрировано только 11, что показывает то, что данный, конечно, документ абсолютно не работает. Кроме того, частично легализована добыча инертных строительных материалов, так называемые кучи. Это то, что с помощью добывается инертный материал в виде отложений рек или маринных отложений. Абсолютно нелегализована добыча камурчи. Это нелегальная добыча золота. В данной отрасли задействовано не меньше 700 человек. Они добывают уголь как в открытом способом, так и залезают в старые выработки. Эта проблема в регионе очень сильна, потому что и 700 человек в год 40-50 человек погибает. Так или, то есть очень сильные потери. Надо это дело им способствовать их легальной и качественной работе. Самая вредная и опасная деятельность – это мелкомасштабная добыча ртути, так называемый смопчи. Эта добыча даже уголовно преследуется, потому что это и вредно, и самим этим добытчикам, и
мы с этим мы очень хотели, конечно, бороться, но люди этим будут заниматься, поэтому нужно каким-то образом их хотя бы заставить действовать более-менее качественно. Далее большой рынок добычи сурмы, тимерчи. В настоящий момент добыча, мелкомасштабная добыча сурмы абсолютно никак не регулируется, в то же время регулируется экспорт сурьмы. Таким образом, мы можем оценить, что порядка 400 человек занято именно в этой деятельности. Мы тоже хотим, чтобы они не только на экспорт что-то уходило, но и то, что внутри страны тоже было легализовано. И сбор драгоценных камней, так называемые ювелиры, это преимущественно на юге. Занято примерно 350 человек этой деятельностью. Ранее был такой даже лицензия по названию сбор драгоценных камней. В настоящий момент это стало тоже незаконно, то есть они вроде бы и работают, но при этом не могут работать легальным образом. Ну, это вот таким образом работают вот эти аутенбеки наши, которые добывают золото. Это те мини-старатели, как правило, до 5 человек, которые добывают золото ежедневно, они добывают до 3 граммов. То есть это максимум, в среднем 1 грамм. То есть, если так посчитать, то ежегодная добыча от старательской деятельности Киргизии составляет примерно 1200 килограмм золота в год. Это самые минимальные оценки, максимальные оценки до 5,5 тонн в год они добывают золота в год. В общем, цели внедрения термина малого предпринимательства — это снижение уровня бедности, экономический рост, социальное развитие регионов и сокращение внешней миграции населения. Здесь, конечно, вопрос стоит о том, как сертифицировать или как классифицировать малое горное предпринимательство, как сделать так, чтобы они не уничтожали крупные объекты недропользования. Для этого необходимо создать высокие условия для их работы. Упрощенный доступ к получению лицензии в виде онлайн-заявок. Уведомительная отчетность, что позволяет, в принципе, делать в рамках кодекса КРРС, стандарт КРРС, в котором у нас будет отдельные категории экспертов, которые будут заниматься только мелкой горным предпринимательством. Упрощение процедуры налогообложения. В настоящий момент у нас присутствует до 53 различных платежей, которые платят недропользователи. Мы, конечно, количество должны сократить хотя бы до 3 или желательно вообще до 1. И упрощенные формы по отчетности по георазведке, по экспертизе, по учету запасов и по ежегодной программе ведения работ, которая также будет подаваться в электронном виде. Так. Рекомендации. Введение термина, мы будем ввести 10 рекомендаций. Это введение термина «малого города предпринимательства» через постановление правительства и введение его в качестве государственной поддержки малого предпринимательства в Киргизии. Далее, разработать вот эту классификацию, признаки, по которым могут быть отнесены только малого города предпринимательства. То есть мы себе представляем, что это должно быть предприятие, в котором будет не больше 30 человек, которое будет использовать какое-то ограниченное количество оборудования и оборудование, которое не должно превышать определенные мощности. Эти четкие параметры сейчас обсуждаются, потому что у всех людей есть разное мнение. Далее, как мы провести инвентаризацию объектов для малого города предпринимательства. Это в настоящий момент создана карта на сайте opengkpn.kg, в котором эти объекты уже выносятся, но они тоже проходят обсуждение всеми заинтересованными сторонами. Изучить опыт с развитой разработкой малых месторождений, это главным образом, конечно, страны Африки и Монголии. Потому что мы знаем, что в Монголии эта проблема есть, но они ее каким-то образом решили, и мы хотим это тоже помочь внедрить. Довести до местных общин технологии мелкомасштабной добычи, главное, переработки минерального сырья без использования вредных составляющих. В настоящий момент это используют и ртуть, и соляную кислоту, и уксус, то есть там очень вредная, очень большие проблемы со здоровьем у людей. Далее применить фискальные инструменты по способной легализации этого сектора. То есть, как мы видим, текущие способы фискализации не работают. То есть из 3500 человек только 11 пошли на легализованность. Это, конечно, очень слабое число. Информирование местных финансовых учреждений об особенностях финансирования малого предпринимательства.
Мы уже, как я говорил, получили согласие от бирж, то, что они будут способствовать и финансировали малых предпринимателей и мелких. Но кроме того, мы хотим, чтобы это были какие-то еще дополнительные инструменты привлечения инвестиций. Способствование развитию туризма, добычи золота, в настоящий момент это уже развито. Люди приезжают, моют золото, даже получают некоторые следы золота. Но это, я думаю, будет интересно. Способствовать легализации контор, поскольку минерального сырья в настоящий момент у нас существует, выдано 15 лицензий на скупку золота, из которых действуют только 4. Остальные не могут действовать в легальном русле, и это тоже проблема. И введение термина горного омбудсмена, то есть такого человека, который будет именно единый регулятор, который будет поддерживать деятельность не только малого предпринимателя, но и в целом недропользования, чтобы он был подотчетен напрямую премьеру, и чтобы это был такой независимый инструмент, куда люди могут обратиться, если, допустим, мелкие горные предприниматели будут работать на крупных объектах, чтобы этот человек или эта структура могла помочь решать их проблемы без судебных и прочих проблем. Ну, на этом слайде показано, как управление полезными ископаемыми. В настоящий момент в Киргизии, так или иначе, мы на этой карте OpenKPNTG смогли закартировать 10 тысяч объектов, из которых только примерно 300 являются месторождениями, из которых только одно крупное по международным стандартам, это Кунтор. Примерно 34 из средних по международным стандартам. Джируи, там, ну, разные объекты, Толдбуак. И все остальные, то есть там получается больше 8 тысяч, они являются мелкими и мельчайшими. То есть так или иначе представляют интерес для крупных инвестиций. В настоящий момент мы рассчитали, что где могут применять свою деятельность мелкие горные предпринимательства, помимо золота, угля, сурьмы, ртути, и нетоматериалы, это вот разные молибден, бентонит. То есть по каждому из этих видов деятельности у нас разработаны примерные технологии, как люди могут работать и применять именно с точки зрения мелкого деятельности. Преимущество освоения мини-месторождений – это небольшие инвестиции, мелкий срок окупаемости и возможность применения местного капитала, не требуется создания инфраструктуры и удовлетворяются местные нужды продукции с минерального комплекса и, самое главное, расширяется средний класс предпринимателей. Спасибо за внимание, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Thank you very much for that, Arkady. Sorry about that technical glitch there with the translation. We've got a few minutes now. Can I ask you a question? Go on. Yeah, okay. So I'll hand over to Arthur. Arthur's going to do some of the survey on the app. So if you could all get your smartphones ready. Да, спасибо. Давайте еще раз попробуем. У нас интернет вроде бы восстановился. Достанем мобильные телефоны и попробуем провести исследования наши. Итак, вопрос, пожалуйста, на экран. Окей, первый вопрос. То есть мы пленарная сессия 3, да, сейчас присутствуем, на всякий случай. Каковы основные препятствия для новых геологических геолого-поисковых проектов в Казахстане? Возможные ответы – недоизученность, недостаток информации, которая поможет компаниям раскрыть потенциал страны, конкуренции со стороны крупной корпорации, либо стоимость приобретения или обслуживания лицензий. Итак, 5 секунд на ответы на эти вопросы. Спасибо. Следующий вопрос. Какие барьеры мешают росту мелкомасштабной добычи в Казахстане? И возможные ответы – вопросы лицензирования, экологические правила, недостатки капитала, либо экспертиза. 5 секунд. Окей, спасибо большое. Следующий вопрос. Какое влияние оказали последние изменения в кодексе о недрах и недропользовании Казахстана? Возможные ответы. Большее количество выданных лицензий повышение активности. Повышенный интерес горнодобывающей отрасли в Казахстане. Снижение активности горнодобывающей отрасли и неразбериха. Итак, возможные ответы. 5 секунд.
Спасибо большое. И, по-моему, последний вопрос. Как вы оцениваете работу правительства по изменению кодекса о недрах и недропользовании? Возможные ответы – отлично, быстро решили проблемы, прояснили все важные вопросы. Вторая возможная оценка – хорошо, решили проблемы в разумные сроки, прояснили большинство вопросов. Третье – посредственно, медленное действие. Многие проблемы остаются нерешенными и неудовлетворительными. Итак, оцениваем работу правительства. Спасибо. Окей. Время истекло, и, по-моему, это был последний вопрос, да? Вы можете посмотреть результаты на своих телефонах. Если можно еще раз вернуться к результатам, мы, может быть, покажем их на экране, а модератор, возможно, сразу с этого и начнет задавать вопросы, да? Вот у нас результаты. Давайте вернемся к первому, да, с самого начала. Итак, каковы основные препятствия для нового геолого-поискового проекта в Казахстане? У нас два возможных варианта, либо это недоизучимость, либо недостаток информации, который может помочь компаниям раскрыть потенциал страны. Соответственно, у нас есть представители компании, которые представляют как раз раскрытие информации, поэтому, наверное, это вопрос к вам. Следующий. Какие барьеры мешают росту мелкомасштабной добычи? Итак, 50% респондентов считают вопросы лицензирования главной проблемой развития мелкомасштабной добычи в Казахстане. Второй ответ на вопрос. Следующий. Итак, у нас есть вопрос, какое влияние оказали последние изменения в кодексе о недрах недропользования. Респонденты в основном соглашаются о том, что повышенный интерес проявляет горнодобывающая отрасль в Казахстане, то есть изменение именно повышение интереса, чем выдача лицензии. Итак, следующие у нас респонденты ответили, оценили работу правительства как посредственную и оценили ее как медленное действие. Многие проблемы остаются нерешенными. 71% респондентов считают именно так. И, по-моему, это был последний вопрос. Поэтому, Майк, ответы мы от аудитории получили. Возможно, вы хотите предложить прокомментировать эти ответы участникам этой сессии и дальше принять вопросы из зала через микрофон. У нас есть немножко времени для этого. Спасибо. Thank you, Arthur. I certainly think those results reflect what you might expect would happen when a government introduces a new law. There's always going to be some people who don't like those changes, some people are confused by the changes, and I think from what we heard yesterday from the various government representatives who spoke about the code is that they're still working on it and they're quite aware of that. And I'd like to invite any questions that anyone has for any of the panel members. There's a microphone. Thanks, Mike. Anthony Bennett from SRK Exploration. My question is for Kazgeo Inform. Interesting presentation, thank you. My question is in two parts. Firstly, given the relevance of the survey that we've just seen a few minutes ago and the importance of accessing geological data, I was wondering what are the costs that you have for accessing these reports based on the online system that enable junior exploration companies to download the information in order to make a decision as to whether and where they will be taking out exploration licenses. So that the first question was to do with costs. And my second question was in relation to the actual format of those reports that are downloaded as well. Are they are you providing a summary of the reports themselves before the whole report is downloaded? In other words, how does the company that is interested in the exploration of an area know the value of that report without downloading it first? I hope that makes sense. So, is it possible to receive a summary of what that report contains before you
pay for all of it and download all of it to understand the value of that report. Thank you. Спасибо за вопрос. Касательно первого вопроса, мы сейчас прорабатываем ценовую политику, но думаю, сама геологическая информация является бесплатной, но думаю, будет тарифицироваться именно объемом скачанного в мегабайтах. Ну, так мы, по крайней мере, планируем. Касательно, какая информация будет доступна, как я говорил на презентации, то, что для ознакомления готово, сейчас даже можно посмотреть без, ну, с выпиской первую книгу, так называемую, это общая часть, где описана общая информация, что есть в данном отчете. Дальше, если есть заинтересованность уже потенциального приобретателя, он может уже заказывать весь отчет или части, какие-то тома. Вот так вот. If I could just add a sort of a follow-up question to that. Can you just clarify, if a company was coming to Kazakhstan to consider exploration, can they buy that information, view that information without a subsoil license, or do they need a subsoil license to get that information? Информация является общедоступной, неважно, есть у тебя лицензия или нет. И здесь вопрос неправильно, купить информацию. Здесь информация не продается, она бесплатно. Мы берем деньги только за изготовление копии. Это работа специалистов, сканирование, изготовление копии. Вот только так. Excellent. No, thank you very much. That's clear.